творческий авторский хаос, так что прошу извинить заранее. Кстати, вещь называлась «Like Blues», что в переводе с китайского означает «как блюз», что-то типа того. Thank you.
с непритязательным названием C major song, что в переводе означает до мажорная песня.
более притязательным названием, и называется она «Напев». Ha ha.
Еще раз здравствуйте. Второе отделение у нас будет более с каким-то таким народным окрасом, но я думаю, это будет слышно. И первая вещь, которую мы хотим вспомнить, будет называться никак иначе, как «Коромысло». Thank you.
Там еще речь имеет несколько неславянское название. Я разбила палец, пока играла. Вся клавиатура в крови. Ладно. Следующая вещь имеет неславянское название. Называется она «Нур», что в переводе с армянского языка называется «нежно». Thank you.
называется The Connection. Thank you.
песни, чтобы немножко отдохнули, которая называется «Колыбельная». Собственно, именно этот характер она и несет. Thank you.
чем мы сыграем нашу финальную композицию, я бы хотела представить моих коллег, музыкантов, совершенно замечательный, надо заметить. А на трубе это великолепный Айк Григорян. Совершенно замечательный. На басу бесподобнейший Роман Харин. Бесподобнейший. И на данный студент у нас Дмитрий Патайчук. Совершенно замечательный. В заключение мы хотим сказать вещь, которая тоже имеет весьма непритязательное название. Фа-мажор. Фантазии, к сожалению, вам вообще не хватит.
бабушкин альто-тенор-саксофон. Роман Харин, бас-гитара. Дмитрий Павличук, барабан. Меня зовут Ксения Кимова. Спасибо большое. Хотя бы вы, давайте, пожалуйста, на бис. Нет, я видел.